Главной темой очередной еженедельной планерки в администрации, которую провел глава администрации Алексей Ладоков, стал вопрос о ходе реализации краткосрочного муниципального плана на 2019 год в рамках республиканских программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Чебоксары. Согласно постановлению Кабинета министров Чувашской Республики, на 2019 год запланировано проведение капитального ремонта в 119 многоквартирных домах общей площадью более 400 квадратных метров, в которых проживает около 19 тысяч человек на общую сумму 550 миллионов рублей. Запланировано выполнение следующих видов работ. Это ремонт кровли в 30 домах, ремонт системы теплоснабжения в 36, ремонт системы горячего водоснабжения в 19, ремонт системы холодного водоснабжения в 32 домах, ремонт системы канализации водоотведения в 41 доме, ремонт системы электроснабжения в 28, ремонт лифтов в 1, ремонт фасадов в 41 многоквартирном доме, ремонт фундамента в 1 доме. По состоянию на текущую дату – в 57 многоквартирных домах подрядные организации приступили к выполнению ремонтных работ. По состоянию на текущую дату в 57 многоквартирных домах проводятся мероприятия по ремонту общего имущества, в 53 по составлению проектно-сметной документации и в 9 домах по подбору организаций на выполнение работ и составление проектно-сметной документации. Вторым вопросом в повестке совещания стала тема проведения ремонта и строительства тротуаров на территории города Чебоксары в 2019 году. Капитальный ремонт тротуаров запланирован по 19 адресам, общей площадью около 10 тысяч квадратных метров на сумму более 18 миллионов рублей. В настоящее время выполнены работы по устройству подходов к остановкам общественного транспорта по улице Ярославская, Энгельса, и выполнен ремонт тротуаров возле дома номер 10 по улице Текстильщиков. По улице Коммунальная Слобода ведется монтаж поребриков и подготовка под основание верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. По улице Ярославская устройство посадочных площадок на остановках общественного транспорта, поликлиника МВД. Как уже сегодня отмечалось, при реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в городе Чебоксары при ремонте проезжей части городских дорог дополнительно выполняются работы по капитальному ремонту тротуаров вдоль магистральных дорог по 16 адресам, в том числе по 12 адресам срок завершения работ 15 июля 2019 года и по 4 адресам срок завершения работ 10 августа 2019 года. Также с 1 июля в транспортной сети города произошли изменения. Маршрут номер 33 начали обслуживать 12 автобусов среднего класса. Автобусами большого класса начали обслуживаться маршрут номер 35 – 15 автобусов и маршрут номер 44 – 13 автобусов. Анна Гаврилова, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.